Доброе утро, друзья! 4 июля 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют. День независимости Соединенных Штатов Америки. День судебного эксперта Украины. Радха-ятра – ежегодный религиозный праздник в Индии. Грушинский фестиваль – всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Ульянов день в народном календаре. В этот день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. Знаменательное событие. 1776 год. В Филадельфии, штат Пенсильвания, была принята Декларация независимости Соединенных Штатов Америки. В 1865 вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес». В 1946 году Кёнигсберг переименован в Калининград. 1989. Пилот самолета МиГ-23 ВВС СССР, взлетевшего в Польше, катапультировался на 41 секунде полета. Неуправляемый самолет пролетел 900 километров и упал в Бельгии после того, как у него закончилось топливо. При падении на земле погиб один человек. Родились в этот день. 1884 год. Луи Майер, американский кинопродюсер, глава кинокомпании Metro Golden Mayer. В 1927 родилась Джина Лола Бриджида, итальянская актриса, кавалер Ордена Почетного Легиона. В 1930-м Фрундик Макарчан, советский и армянский актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР. 1957 родился Дмитрий Назаров, актер театра и кино, телеведущий, народный артист России. Этот день по лунному календарю. До 5 часов 30 минут по московскому времени день начинаний. Можно приступать к намеченным накануне важным делам, но только во второй половине лунного дня. В первой половине предпочтительнее продолжать строить планы, потому что в это время повышается амбициозность и агрессивность. Лучше уменьшить внешние контакты, чтобы энергия агрессивности не нарушила ваши планы. Вторая половина дня более благоприятна. Растет работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Смело осваивайте новые знания в любой области. Сейчас это весьма своевременно. После 5 часов 30 минут выяснять отношения не рекомендуется. Активные энергии дня включают эмоциональную битву за лидерство. Целесообразно сдержать агрессию и проявить дипломатичность и мягкость, оставаясь при своем мнении. Энергетика этого дня настолько велика, что слова обладают мощной силой, и любое злое слово может привести к возникновению неприятных ситуаций. Помните, что посеявший зло сам соберет горькие плоды своих посевов. Вот такой он 4 июля 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!